Изоляция неизбежно связана с отсталостью. И если хочешь получить даже простой экономический эффект, надо отказаться от изоляции, от китайской стены, от замкнутости в себе. В будущем знаменитый историк, тогда картузский магистр, потом академик Тарле, написал магистерскую работу под вызывающим названием «Бывали отсталые Россия в конце 18 века», где на основании статистики он показал, что Россия в конце 18 века была первым в Европе экспортером чугуна, экспортировала чугун в Англию, что отсталость наступила позже, в основном в эпоху Николая, перед Севастопольской войной, что закономерно было связано с той самоизоляцией, в которую, следуя политическим реакционным догмам, Николай I погрузил Россию.